Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр, и мне пришла в голову одна мысль, которую хочу с вами сейчас в течение ближайших нескольких секунд, десятков секунд поделиться. Идея заключается в том, чтобы организовать онлайн-событие, на котором мы смогли бы вместе с вами поближе познакомиться. Мне очень приятно то, что вы являетесь моими зрителями, моими подписчиками, и если я вам как личность в какой-то степени интересен, конечно же, вы интересны и мне. Мне хочется провести небольшое онлайн-мероприятие, событие в течение, может быть, по продолжительности 45 минут, может быть, часа. И на этом событии я бы с удовольствием поделился тем, что происходит на данный момент в моей жизни, о том, какие у меня планы на будущее, и с удовольствием ответил бы на ваши вопросы. Если эта идея вам кажется интересной, обязательно поставьте лайк под этим видео. Я пойму, что она действительно имеет отклик. И если вы хотите присутствовать на этой встрече, напишите в комментарии, что я буду присутствовать на такой встрече, когда она будет проходить. Я планирую провести ее в ближайшее воскресенье какое-нибудь, или на этой неделе, может быть, на следующей неделе, в зависимости от того, какой будет отклик. И если отклик будет таким, что хотя бы 5, 7, 10, может быть, комментариев появится, и вы согласны будете прийти на такую встречу, я с удовольствием ее организую, заранее вас об этом оповещу. И единственное, что, как мне с вами связаться, давайте так, под этим видео в описании я оставлю адрес электронной почты. И прямо на этот адрес пришлите мне письмо, что вы хотите присутствовать на этом мероприятии, на этой встрече. Мы вместе с вами пообщаемся там в течение часа, поделимся тем, что у нас есть. Вы зададите мне вопросы, я расскажу, что у меня происходит в жизни. Ну, в таком вот кулуарном, дружеском формате. Итак, если вы поддержите эту идею, обязательно ставьте лайк. Если вы хотите прийти на это мероприятие, это будет бесплатно, разумеется, вы оставьте, пожалуйста, или комментарий, или напишите мне на электронную почту под этим видео адрес. Оставляю. Всего доброго, пока-пока. Спасибо за внимание.